Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Сергея, который выиграл у нас в онлайн-конкурсе. Точнее, мы еще не на его аккаунте, мы на моем аккаунте. Сейчас мы перейдем на его акк. Ну, теперь мы на его аккаунте. Он выиграл в онлайне, вел вчера атаку фортов, и, соответственно, вы можете посмотреть видос, какие были условия. Это пятый огник, который я обещал. Еще одного мы вечером разыграем, как еженедельку. Знакомый, думаю, вам ник, не раз видели, Мерсик, находится в Монархах. Сейчас посмотрим. Еще по битве гильдии, второе место у них по силе. Еще по битве гильдии. На первом. Еще дофигища не прошло. Две странички, а хулиганов чё? То же самое, короче. Ладно. Так. Ну, аккаунт, как видели, донатный. Тут доната тоже валом. Куча всего мы забрали ему. Вот такие вот плюшки. У него огников хватает. Но ему нафиг не нужны. Сейчас я вам покажу, что у него с огниками делается. Вот 7 штук. Ну, в принципе, он давно уже играет. Попросил забрать большой пак, чтобы собрать зефирку. Вот у него зефирки 77 200. То есть сейчас попробуем словить, посмотрим, как пойдет. Так, давайте забежим акции, посмотрим, что там у нас есть. Поразбиваем здесь все шансы. Он во что-то уже тоже, я смотрю, играл. Чик. Так, от золотого землеройка. Ну, у него все герои есть, кроме последнего. Так, отлично. Получить. Ничего, ничего там интересного нет. Так, день, войди в игру, накопление, цветущие бонусы. Неинтересно, поехали, яйца побьем. Посмотрим, что там у нас выпадет, и забежим большую выгоду. Раскол, пятый сет. Ну, хоть начали давать пятые сеты. Дар жизни. Короче, ничего такого интересного. Сущность студеновых 5 штук. Так, а ну большая выгода. А, он уже, видите, забрали. Дрога, землеройка, вален, лухник. Ничего такого интересного нет. Так, окей, поехали на парящий остров. Не, давайте сначала плюшки пооткрываем. Что там мы получили? Скин.
Отлично. А у него не было скина. Ну, уже есть. Так, скин получили. Что по ресурсам? Ну, не особо у него много ресурсов. 691к. Ну-ка посмотрим, что у него с героями делается. 24-й. 30-х прорывов нет. 20-ки. 10-ки. Ну, 9-ок, как видите, тоже хватает. 13-х скиллов не особо много есть. Такс. Такс. Поехали. Сумочки напоследок оставим. Давайте откроем эмблемки. Чик. Ну, СО, пакт выживания, из ворот и рвение. В принципе, довольно-таки неплохо по плюхам получилось. Эмблемки нужны и все. Поехали на парящий остров. Попробуем. 75. Так, один есть. Еще плюс 2. Отлично. Еще один. Книжечки. Дрого. Сундучки. Ну, сундучки — это всегда хорошо. Еще одна зефирка. Апекс кристаллы. Еще плюс 2. Ну давай, зачем мне эти расходники здесь? Надо зефирка. И книжечки. Такс, ну что, как думаете, сколько словили? До 100 хотя бы добили или нет? Тут интересно посмотреть будет. Так, это мы еще плюхи получили. Давайте. Ну, сундуки — это самая тема. Самая нужная вещь. На любом аккаунте. Еще книжки. Книги у него есть. А что у него с кристаллами? Так, у него теперь есть на прокачку. Три героя он может сделать максимальными. Здесь сундуков дофига. Здесь камешки тоже есть. Эмблемки. Семь тысяч таких. Ну, может кого-то качать. Поехали. 131. Нифигово, я вам скажу. Было 70 плюс 60. Практически треть мы собрали. Но у нас есть еще сумочки. Сейчас попробуем, может, сумочек. Что-то у нас вылетит. Так. Интересно. Дуг фортов. Лабиринт бегает. Так, ну давай, только не один. 2 дало. 5, отлично. Вот так вот надо, пусть хотя бы так дает. Еще 5, огонь. 1. И чик. Еще один. Ну это нормальное явление с таких сумок. Почему-то до сих пор они вторые не продают. 145. Было 77, стало 145. Там 68 штук получается мы вытащили, где-то так. Ну, я считаю, это тоже довольно-таки неплохо. Так, а что у него тут? По скинам. Ну, по скинам он тоже, вижу, нормально докачивается. Ну, неплохо. Ему, по сути, осталось еще чуть-чуть, у него будет зефирка. 140-50, да, еще немножко, еще чуть-чуть, и будет зефирка. Гильдию рекламную кидайте, заявочки вступайте. Первые, вторые места битва гильдии атака фортов. Прием от 510к, телеграм Дмитрий85. Кидайте заявочки, вступайте. Ну, вот так вот, такой вот, ребятушки, у нас сегодня получился трешечок. Ролить, я думаю, смысла нет. У него все герои должны быть, кроме... А, не, нифига себе. Не все, зефирки нет. А что так?
Землеройки нет и свалена нет. Ого, я думал, у него все есть. Прикол. Прикол, прикол. А чё так? Странно как-то. Жесть, жесть. А мы землеройку, по-моему, вытаскивали осколки. Восемьдесят пять, сорок пять. Чё, давайте на удачу зарыли. А вдруг выпадет? Ну, мы немного, чуток, леди Лео, хоть посмотрим на рандомчик, как падает. Хреново что-то падает. Суккуб, королева гарпий, душегуб, укротитель, имба-бочка, седнушка. Ну, ладно, на этом остановимся. В общем, вот так вот собрали три зефирки. Это, в принципе, очень круто. Огника у него хватает. Надеюсь, он скоро соберет. Все, всем удачи, всем пока.